что путешествие началось из Палестины в Египет через храмы и пустыни, и ни про какой либо страх праздников в то время далек, потому что они бежали от царя Ирода, пока не достигли конец Египта и первой остановки. Первые пути Святого Семейства пришлись на город Анфарма, во время которых Святое Семейство шло из Ефрема в Газу до Эпифарата за Аник, 37 километров к западу от Эль-Ариша. Затем они вошли в Египет через северную сторону города Анфарма, расположенного между городами Ариш и Парцей. В общей сложности Святое Семейство провело в Египте более 3 лет, и тем же путем вернулись в Иерусалим. Сегодня существует огромное количество туров, которые проходят по тому же пути в рамках важных христианских фестивалей и паломничеств. И все они посвящены путешествию Святого Семейства. Каждый год в рамках этого празднования проходят 2 фестиваля, в которых принимают участие как мусульмане, так и христиане, что является прекрасным примером единства и инклюзивности религиозных общин Египта. Мои радиослушатели в эфире программы «События на Египте». Министр солидарности участвует в работе международной конференции Национального института планирования. Евгений Кадач, министр социальной солидарности, приняла участие в международной конференции Института национального планирования, деятельность которой была начата под названием «Управление и устойчивое развитие» в Каире, Калининском университете. Аркабадж руководил работой первой сессии во второй день конференции, которая была открыта под названием «Роль управления в поддержке социального изменения и устойчивого развития». На сессии также присутствовал Ашур Тарави, ректор Института национального планирования, и доктор Хали Абу-Мурин, вице-президент Института, а также широкий круг экспертов Института и местные представители, а также международные специалисты из школы международных и общественных отношений Калининского университета, Сулейманского университета, Египетских университетов и исследовательских центров. Все выступления перед сессией министр выразила радость от участия в этой важной конференции, на которой обсуждается управление и его связь с устойчивым развитием, которое представляет собой один из основных факторов, определяющих достижение устойчивого развития. Аркадач добавила, что существует тесная связь между управлением и устойчивым развитием, поскольку управление в его различных аспектах стало основным условием для достижения устойчивого развития, причем создание необходимых политических, правовых и экономических условий для высвобождения этих человеческих способностей и таким образом повышение благополучия человека, защита скалинного щита, защита окружающей среды и улучшение положения женщин. По словам Кабаджа, правление имеет решающее значение для достижения социальной справедливости, поскольку общество гарантирует, что государственные институты разрабатываются и внедряются таким образом, чтобы поддерживать принципы социальной справедливости, включая создание и соблюдение законов, защищающих права человека и поощрение равного доступа на образование для нахождения базовой услуги и обеспечения справедливого распределения ресурсов. Аль-Кадач добавила, что существует тесная связь между политикой социальной справедливости, управлением и мероприятиями по устойчивому развитию в Египте, что является тем, что государство преследует в самом широком смысле в своих программах, включая денежную поддержку, защиту интересов граждан, развитие инвестиций, а также интерес к экологическому изменению и движению зеленых практик, на защиту ресурсов окружающей среды, достижение устойчивости для будущих поколений в рамках справедливого распределения ресурсов. Дорогие радиослушатели, этот сегодняшний выпуск программы «События в Египте» подошел к концу. Также так подошла к концу наша сегодняшняя передача. Напоминаю вам, что вы можете слушать нас ежедневно с 22 часов по поисковому времени на коротковой волне 31 метр на частоте 98,70 кГц.
Пишите нам все пожелания на электронную почту russian.po33@gmail.com. Этим мы прощаемся с вами. Желаю вам успехов и счастья. Берегите себя и своих близких. Разглючивайте Каирского радио.